Хорватский теннисист Иван Любичич впервые выиграл турниры из серии «Мастерс». Произошло это на соревнованиях в Indian Wells. В финале 31-летний уроженец Бани Луки в пятый раз в карьере при 7 поражениях одолел местного любимца, американца Энди Родика. В поединке, продолжавшемся 2 часа 7 минут, обошлось без брейков, и исход встречи решили тай-брейки, на которых оба раза удача сопутствовала 20-му сейному. В своих предыдущих финалах на «Мастерсах» в 2005 году в Париже и Мадриде, в 2006 в Майами, хорват проигрывал Томашу Бердыху, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру соответственно. Это невероятно, я до сих пор не могу поверить, но по окончании матча прошла лишь пара минут. Завоевать этот титул значит для меня много. Играя в финалах на «Мастерсах» в 2005-2006 годах, я понимал, что в принципе заслуживаю подобный трофей. Тогда я успеха не добился, а сейчас, когда я этого меньше всего ожидал, это случилось. Я чувствовал, что нахожусь в хорошей форме, но обыграть поочередно за одну неделю Джоковича, Монако, Надаля и Родика – это фантастика. После этого успеха Любичич впервые за два с лишним года вернется в первую двадцатку мирового рейтинга.